Привет-привет, мои дорогие скрапушки! В сегодняшнем видео я хочу поделиться своими покупками. Это ножи, маркеры, баночки. Некоторые куплены здесь в Израиле, но они с AliExpress. Некоторые заказаны. О них мы поговорим чуть позже более подробно. Купила еще кистообразные маркеры. Комплект подобных маркеров у меня уже был, и вот докупила. Если не красить большие поверхности, то они прекрасно справляются со своей задачей. Очень удобно их применение. По поводу этих контейнеров для хранения мелочей, ручек, маркеров. Как вы видите, это коробочки из-под молока. Может быть, также коробочки из-под сока. Молоко закончилось, коробочки сполоснуло, высушились одни сами и вуаля. Можно хоть куда ставить. Брать удобно и пользоваться. Много места они занимают и всегда под рукой. Можно вырезать верхнюю часть, обклеить красивой бумагой, и карандашица готова. Пластиковые глаза приклеить и нарисовать улыбку для хорошего настроения. Полезная вещь и без лишних затрат. В моей коллекции есть достаточно окошек и дверей, но я решила пополнить мою коллекцию и разнообразить мои работы. Причем, что этот комплект ножей очень необычный. В этом комплекте есть рамы для окошек, которые можно вырубить узкой полосочкой или сплошной вырубкой. И там есть свои плюсы. Можно вырубать из разной цветной бумаги и соединить, как я сделала на видео. Да, иногда стоит заморочиться и собрать окошки в рамы, окошко и задний фон в окне, но поверьте, это того стоит. Мне нравится приблизить мои работы максимально к реальности,
чтобы подарить человеку тепло и, возможно, воспоминания о чем-то или о ком-то. Если у вас нет таких ножей, то рекомендую приобрести, ведь их помощью можно создать невероятные композиции. Или в открытках, или в альбомах, или даже шкатулочке. Отштамповать елочку в окне, девочку или кошечку, сидящую на подоконнике. Это оживит вашу работу и погрузит покупателя в атмосферу тепла и уюта. А это дорогого стоит. Можно сделать кирпичный фон и создать из этого комплекта ножей целый замок, да еще не один. В общем, вас может ограничить только ваша фантазия. Если что-нибудь из этого комплекта вас заинтересовало, пишите в комментариях, постараюсь найти ссылочки на AliExpress. Этот нож был заказан отдельно. Если на эти ставни приклеить еще одну вырубку сверху, тогда получится полноценные ставни. Можно открывать и закрывать. Следующее видео — продолжение альбома. Так что... Благодарю, что досмотрели до конца. Если понравилось, нажмите лайк и подпишитесь на мой канал. Нажмите колокольчик, чтобы ничего не пропустить. Впереди много интересного. Скоро увидимся. Пока-пока.